Председатель парламента Черногории Олег Бечич прибыл в Баку с официальным визитом. В рамках визита предусмотрен ряд бесед Бечича с государственными лицами Азербайджана. На встрече с председателем Мили Меджлиса Сахибой Гафаровой состоится обмен мнениями о межпарламентских связях. Будучи в аэропорту, Олег Бечич ответил на вопросы журналистов о программе его визита в Азербайджан.